В эфире телепередача «Смак по-корейски». Сегодня у нас фирменное блюдо уха походная. Для этого нам понадобится на котелок примерно емкостью 1,5-2 литра понадобится примерно 3 или 4 среднего размера окуня. Из окуня получается самая вкусная уха. Еще понадобится луковица размером с яйцо. 3 зубчика чесноку. Смесь молотого перца. Ну и соль по вкусу. Самое вкусное в ухе — это юшка. Он же рыбный бульон, он же называется вывар. Поэтому на вывар пойдут самые вкусные части от рыбы. Это головы, хвосты и плавники. А все остальное, то есть как говорится, так называемое мясо, нужно отложить отдельно и сварить потом буквально за 5 минут до готовности. Это пойдет в качестве закуски бульону. Ну что ж, начнем. Вот здесь вот у нас так называемое мясо, тушки. Мы их положим только где-то минут за 5 до полной готовности. Здесь, соответственно, головы, крылья, ноги и хвосты. То есть головы, плавники и хвосты. Сюда, соответственно, добавляем луковицу, 3 дольки чесноку. Так, смесь перцев, если нет, то можно просто черный перец, примерно так на глаз, где-то 1 столовую ложку вровень, так, без верха, чтобы было. Потом лучше добавить. Так, примерно. Ну и соли примерно столько же. Так. Ну вот, теперь все это дело ставим на медленный огонь и варим, ну, примерно полчаса, не меньше. Нужно, чтобы хорошенько все это выварилось, чтобы все вкусное, что есть в этих хвостах, оно оказалось в бульончике. Ну вот, прошло примерно полчаса, после чего была брошена туда рыба. И через 5 минут можно будет уже это дело все снимать. Теперь нужно эту самую рыбу, эти самые тушки, выловить в отдельную посуду. Это для того, чтобы потом есть. Есть окуней очень просто. Вот эта кожица вместе с чешуей, она легко снимается. Так, теперь крылья, ног, головы, плавники и хвосты можно выкинуть. Хотя это, конечно, дело вкуса. Есть любители рыбных голов. Свое дело они уже сделали. Кстати, вареный в ухе чеснок — это вообще деликатес. Так, теперь есть это можно двумя способами. Либо пока горячее, либо сначала остудить. То есть можно поставить котелок в ручеек или там в озеро, где нет волнения. И где-то через час будет отлично холодная уха. Тогда можно есть рыбу и прихлебывать холодные ухи. Кстати, отлично с этим сочетается и холодная 40-градусная жидкость. Так что приятного аппетита! Режиссер и оператор, рыболов и дегустатор Виктор Рогов. Записано в середине июля 2010 года на озере Верхние Кичаны.